Друзі, доброго раночку тим, хто тільки-но увімкнув телевізор і долучився до нашого бадьорого ефіру. До нашої студії вже завітала лікар, дерматолог, косметолог Наталія Підколізна. Доброго раночку. Добре утро. Доброго. Добре. Сьогодні наша тема стосуватиметься догляду за шкірою обличчя, особливо у період, той, який зараз, уже ближче до літнього, весняно-літній період такий. Так. Чим він відрізняється від зимового? Ну, смотрите, зимой у нас, в чем разница? Зимой у нас холодно, ветрено, морозно, а в помещении, наоборот, сухо. Летом у нас жарко, ультрафиолет. Мы ездим на море, и тоже кожа подсыхает. Из этого будет и выплывать наша разница в уходе. Зимой у нас более плотные текстуры кремов. Зимой на день мы используем SPF достаточно 10-15. Летом будут... SPF это что? Защита от солнца. А, все. То, что вид меланомы. Летом у нас SPF, если мы находимся на территории Украины, это 30-35. Если это море, Египет, Турция, кто нас еще там пускают? Греция. Греция, то это уже 50 SPF. На вечер мы SPF не используем, ночью солнышка нет, мы используем более легкие текстуры для восстановления водно-липидного баланса. Для этого можно использовать гиалуроновую кислоту и церамиды. Зимой мы используем на ночь крема, которые восстанавливают наше повреждение от ветра и от сухости. То есть, возможно, это микроповреждение. То есть это более заживляющие крема. Далее у нас идет уход в салоне, наверное, стоит различия. Смотрите, если зимой у нас идут более абразивные такие уходовые процедуры, мы можем делать пилинги, мы можем делать шлифовки, мы можем делать какие-то там микроигольчатые повреждения, такие более глубокие. Колоти треба. Не треба. То в летний период времени мы делаем те же пилинги, но более поверхностные, на увлажнение, на качество кожи, такое, которое больше ухаживает. Но можно те же массажи, можно уходовые процедуры, можно микротоки, можно ультразвук. Чистки лица мы продолжаем делать. Но все эти процедуры мы закрываем SPF-фактором. Для того, чтобы, если есть микроповреждения, мы не могли спровоцировать гиперпигментацию посттравматическую. От одразу хочу запитати, тому що... Ти розказуєш, я це розумію. Просто слухаю і люблюся. Так, чоловік сидить, який не знає, що таке СПФ, там, припустимо. Ну, і, звичайно ж, хотілося б запитати, чим відрізняється у такий період, саме у літній, ну, і, власне, і зимовий загалом, догляд за шкірою жінки і чоловіка. Чи він взагалі відрізняється? Ну, от. Ну, наши крема не имеют гендерных особенностей. Единственное отличие, что у мужчин в основном, в большинстве случаев, более толстая и плотная кожа. Поэтому для них мы можем выбрать текстуры с такие более агрессивно очищающие, допустим, чтобы снять вот этот толстый роговой слой, очистить лучше, допустим, ваши поры забитые. Вы не очень любите много баночек. Вы в них путаетесь. Ты права. Так, да. Тут. Поэтому мужчинам в основном я подбираю поменьше баночек. Если умывалка утро-вечер, это одна умывалка. Если тоник, то это только один тоник, а не так, два. Чтобы было видно. Да. И крем, ну, максимум два. То есть с SPF и без SPF. И сразу говорим, SPF утро, без SPF вечером. Вот это максимальный набор в основном для мужчин, которые у меня наблюдаются. И ну, у женщин более нежная кожа. Часто наши женщины сталкиваются с такой проблемой, как купероз. Это сосудики такие. И они такие розоватые. А в связи с ношением масок очень усугубилась эта проблема, поэтому много девочек сейчас вот обращаются ко мне именно с этой проблемой. Поэтому там более легкие текстуры, там мы смотрим, чтобы был витамин С, он укрепляет сосудистую стенку, там есть составы для восстановления водно-липидного баланса. Поэтому есть разница, но это зависит от типа кожи. Если
я получаю мужчину с тонкой нежной кожей, то можно сказать, мы получим тот же уход, что и у женщины. Угу. Чоловіки бувають з тонкою та ніжною шкірою? Так. Ну, так. Ну, я просто... Інколи. Дивіться, давайте я вам зразу скажу. Я от з доход... Ні, зараз... Піклуюся про лице одним кремом, зволожуючим. Все. Ну, давайте ви додаєте ще SPF. А. Утрічком, от від сонця. От сонця, да? Меланому ніхто не хоче? Ні. Тільки но поговорили так. про це. Видите, сразу аргумент. Угу. У мужчин надо давить сразу на какую-то точку, которая его 100% убедит. Так. Я думаю, вот меланома. Хорошо? Все, все, все. Я згоден. У мене от єдине питання було, до речі, я ж хочу теж підтримати бесіду з огляду за шкірою, я ж знавець, експерт. Ми носимо маски. Да. І багато їх носимо. Да. Як правильно доглядати за шкірою, щоб не було ніяких пошкоджень? Це перше питання. А по-друге, чи потрібно лице вмивати після того, як ти носив маску? Сейчас обсудим. Мы будем рассматривать маску как средство защиты или все-таки с целью меньше повреждений? Потому что тут есть будет, ну, тут два приоритета. Если маска с целью защиты, то мы будем смотреть четко определенный тип масок. То есть это респираторы. И у них есть повреждения там, где они прилегают к носу. И чаще всего там повреждения кожи. И после снятия респиратора мы должны носить заживляющие крема. Если это одноразовые наши стандартные маски, то они носятся 2-3 часа, мы, наверное, уже это знаем. Так. Вот. И их нужно менять. Под ними обычно собирается влага. Поэтому, если это девушка, я прошу ее не наносить плотных тональных кремов, для того, чтобы там не был эффект распаривания и тональный крем не забивал поры. То есть мы выбираем более легкие тональные основы, чтобы было дыхание все-таки даже под этой маской. Далее, мы меняем маску каждые 2-3 часа, и все-таки ну, нет возможности у людей каждый раз умываться и опять повторять мейкап. Я прошу промакивать. И чаще менять маску. Если мы говорим, что о маске, которая не несет уже особой защиты, то есть от COVID, тогда я прошу выбирать шелковые маски. Сейчас они уже появились. Они хорошо пропускают воздух. Они гигроскопичные. И они не дают эффект пара, влоги, да. Нет эффекта. И их чаще менять. То есть их нужно обрабатывать. Хорошо. То есть не одел маску и носишь ее месяц, а все-таки хотя бы раз в день ее нужно менять. И следующее – это хлопковые маски. Они тоже не имеют нормальной защиты, но они дышат и не создают эффект распаривания. И вечером, когда вы пришли, вы должны снять масочку, вы должны снять мейкап отдельно и сделать процедуру очищения отдельно. То есть если у вас чувствительная кожа, то возьмите умывалку для чувствительной кожи, в состав которой входит гиалуроновая кислота и церамиды. Они сразу и увлажнят, и защитят. Они вот восстановят вот этот водно-липидный шар. Угу. Если вы видите, что у вас забились поры, ну, вы были на улице, на так. пыльной улице, вы гуляли по нашему любимому Киеву. Это дети в точку, прям 100%. Да, тогда мы берем более такую... глубоко очищающую умывалку, и после нее наносим тот же крем с гиалуроновой кислотой и с церамидами. Все-таки вот восстанавливаем шар. Просто очищать, очищать, очищать нельзя. Будут микротравмы, которые могут привести к воспалению. От зараз ще один засіб згадав. Давай. Значить, засіб, в якому є равликовий слиз, яким вмивають лице. Ну, це щось ти. Ну, там на основі равлика якось там. Ну, равликов ніхто, уліток ніхто не вбиває. Давай так. Всі улітки остались живі. Так. Это вещество, которое похоже по составу. Так. Ну, похоже, но оно нічого не має з улітками. Ну, общего. Я вибачаюся за свою некомпетентність. Я мужик, я так дійсно нічого, ну, м'яко кажучи, не розумію. Але все одно, я от, мені показували цей засіб, він наче, знаєш... Слізь. Так, і от кажуть, що це з равлика зроблено. Вони живі, це добре. До речі, я думаю, що він має на увазі алоє. Наверно, воно схоже за текстурою і... На лето алоэ вера очень актуальна, потому что оно хорошо заживляет, имеет легкую текстуру и практически быстро впитывается, не оставляет ни жирных пленок, ничего. Алоэ вера идет как одно из составляющих летних кремов.
Але от тут хотілося б уточнити, тому що дійсно, як складова крему, це добре, але є ж дівчата, жінки, які люблять народну медицину, візьмуть той листочок алої, зішкребуть той слиз і на лице, а потім ще змиють там огірок, накладуть. Чи корисно це взагалі? Чи краще все ж таки довіряти кремам і дійсно доглядовим цим засобам? Є ряд продуктов, которые можно использовать дома. Если мы будем смотреть на листочек алоэ, то он не активен будет, если мы его просто сорвем и наложим на лицо. Его нужно обработать определенное время. Для того, чтобы сок алоэ стал активен, там есть определенная обработка и определенные условия. Но есть вещи, которые реально можно дома сделать в домашних условиях, и они будут полезны. Овсянка. Ага. Утром завтракаете? Так. Звичайно. Овсянка. Коли встигаємо. В составі овсянки є мука полісахариди. Це вещества, які роблять таку пленочку на кожі захисну і тримають влагу там. У мене двоє діток. Так. Один із них з атопічним дерматитом. Вот тот, который с атопическим дерматитом, все своє перших два свої роки купався в ванні з овсянкою. Это вот протеины овса. Вот это оно. Это мука полисахарида. То есть вы перемалываете овсянку в кофемолке, мешочек делаете такой, который хорошо можно из марлечки обычной, бросаете в ванночку. Вода становится очень мягкой и не хочется даже вытираться. Да, и кожа становится нежной-нежной. Можно найти из домашних продуктов полезное и активное вещество. Главное захотеть. Ага. Тобто вівсянку, так, з вівсянкою приймати ванну, а вмиватися їю теж можна. Підходить. Можна. Якщо це чувствительна кожа, склонна до сухості і роздраження, це ідеально. От якщо у вас після маски є красні пятна, сухость, чешеться або роздраження, яке ви не можете зрозуміти, от можете почати умивання водичкою з овсянкою. Так. Це буде полезно і нікому не навредить. М'якше. Вона м'якше, дуже добре. А до речі, як якість води загалом впливає на шкіру? Тому що дійсно залежно, каже, там від регіонів, від того, що дійсно у нас тече з крану, залежить стан нашої шкіри. Ну, жорстка вода сушить. И вода с примесью хлорки, особенно весной обычно у нас больше хлорки, она, конечно, тоже раздражает нашу кожу. И все прекрасно сейчас поняли это, когда начали больше использовать антисептики. Они раздражают, они смывают водно-липидный шар, и мы имеем незащищенную кожу. Это очень плохо. Тобто краще поставити фільтр? Звісно. Якщо є така можливість, ми ставимо фільтр, або ми умиваємося средствами, які смягчають кожу. Тоже таке, теж протеїни овса, є багато умивалок для діток, для взрослих. От, кстати, мужчины люблять брати умивалку з протеїнами овса і умиватися і утром, і вечером, і душ приймати, і вони щасливі. І нормально? Прекрасно. Чого я раніше це не знав? Все. Сьогодні в аптеку. Так. Магазин за вівсянкою. Ілі магазин. Ні, та вівсянка в мене вдома є, і я тобі скажу, що ти, знаєш, так заінтригувала мене. Ну, тобто хочеться прийти додому круто. І спробувати. Круто працює. От ванну любите приймати? Бросьте туди мішочок з овсянкою. Ні, я не миюся, це погана прикмета. Не допомагає, да? Через неділю все те ж саме. Ясно. Так, дивись, про вівсянку ми поговорили. Що ще з домашніх продуктів можна використовувати, ну так, знаєш, з користю? От, для шкіри. Кефір. Молочна кислота там. Маску? Да, многие используют, но я не использую. А но воно дає якийсь ефект? Є результат? Легке зволоження. І все? Так. Угу. Молочна кислота, вона дає легке зволоження. Я очень люблю из народных средств, это средство для волос. Честно, есть прямо у меня ряд масок, которые я назначаю своим пациентам. Я веду ряд пациентов с проблемами волос и помогает. Круто помогает. Они через два месяца приходят и говорят, жирность ушла, так. Волосы растут, все хорошо, сибарею подлечили, все хорошо. Можно, можно. Смотрите, но народные средства, они опасны чем? Все натуральное может дать аллергическую реакцию. Поэтому сейчас почему-то вот идет пик аллергических реакций. Не знаю, с чем это связано. Ну, это цветение, уже... можливо. Ну, цветение, так. Ну, я имею в виду вообще, с каждым годом все больше и больше пациентов приходит. Вот у меня непонятная аллергия туда-сюда. И вот им нужно быть особо осторожными, потому что не все химическое средство даст аллергию, как натуральное. Вот тут надо быть осторожным. Если вы не знаете, лучше очень-очень аккуратно. Лучше скушать клубнику, чем положить ее на лицо.
пользы будет больше. Логично, логично. Огурчик, скушайте, меньше калорий. А я от якраз і думав. Ну, Альона просто запитала вже про це, що огірки на очі накладають. Там, я знаю, що коли їх чистили просто, і, знаєш, так викладали собі смужечками, думаю, ну, класно це чи ні? Зелений чай, пакетики прохладні, можна глазком прикладувати. Дуже хорошо знімає отечність. Пакетики? Да. А самим чаєм протирати лице? Вот. Ну, лицо – ні. Це якщо є роздраження і отек, то можна протирати лицо. Це альтернатива патчем, так? Типа того. Вот. А если протирать, так он будет снимать отек, покраснение, и будет такой иметь немножко подсушивающий эффект. Якщо що, що таке патчі, я знаю. Да. Это хорошо. Хотілося б запитати за доглядом шкіри саме підлітків, тому що у цей період змінюється гормональний фон, і часто у період, там, я не знаю, якщо не помиляюсь, десь 12 до 16 років найбільше страждає шкіра, з'являється акне, з'являється почервоніння, висипання. Який догляд має бути у них? У них уход в основном круглогодичный, один и тот же. Я всегда прошу не трогать лицо руками. Это главная их проблема. То есть они стараются как-то самостоятельно почистить лицо в зеркале, там, в ванне. То есть у них в основном это умывалки с кислотами, которые дают разрыхление и подкисляют среду, чтобы не развивалась там бактерия. Дальше у них уже в зависимости от степени акне, у них разные наружные средства. В основном это ретиноиды, бензилпероксид, то есть мы там уже там смотрим по стадиям, и защитные крема или восстанавливающие крема на ночь. Для того, чтобы не просто высушивать, а и давать возможность восстанавливать. Но у подростков зима-лето, я не могу сказать, у тех, которые страдают акне, есть большое различие. Летом мы добавляем легкий SPF, не забивающий поры. Такие уже есть. И если вам подросток говорит, я не хочу, он мне там белый, коричневый, или там толстый, жирный. Нет, неправда. Сейчас SPF есть разные текстуры. И спреи, и муссы, и гели, и легкие флюиды, и крема. И тональные крема, и пудры, и кисти, и кушоны. Все есть. То есть можно подобрать для них. И они не будут забивать поры и провоцировать акне. Які краще? Ну, питай. Так, у мене, знаєте, я все-таки буду підтримувати вашу бесіду. В народі є таке повір'я, що ромашка – так. Антибактеріальний засіб і класно впливає на шкіру. Це так? Вона підсушує дуже сильно. Раньше деток купали в ромашках, так. Но сейчас этого не делают. Вот сейчас лучше в овсянке купать, чем в ромашке. Сушит очень кожу детям. Очень. Нам тоже. Зачем нам сушить? Не надо. Нам нужно увлажнять, восстанавливать водно-липидный баланс. Не надо ее сушить. Ромашка пусть цветет на лугу. Хотілося б запитати саме про домашній догляд і на що треба звертати увагу, коли ти купуєш будь-які доглядові засоби, от косметику, саме не декоративну, хоча і про декоративну ще поговоримо, а от саме все ж таки доглядову косметику, яка там умивалки ті ж самі, тоніки, креми. Состав. Вы должны понимать, что вы должны поворачивать бутылочку. Я учу своих пациентов читать составы и покупать не рекламу, а все-таки ингредиенты. Если это умывалка, это не должно быть просто моющее средство. Моющее средство – это мыло, то есть мы не извлечем никакой пользы. Але мило дуже сушить шкіру. Вот. Поэтому мы должны поворачивать состав и читать его. Если вы обладательница сухой кожи, там не должно быть лаурилсульфат. Если вы обладатель жирной кожи, пористой, склонной к акне, там должны быть АХА, БХА кислоты. Если это тоник, то тоник должен быть с гиалуроновой кислотой для чувствительной кожи с церамидами и для жирной кожи с подкислением немножко. Или, допустим, с тем же бензилпероксидом или там, с какими-то веществами, которые вяжут, то есть подсушивают салициловой кислотой. Если это крем, мы должны читать, что там. Потому что в основном та реклама, которая бежит на бигбордах, телевизоре, это глицерин, парафин, то есть там нет ничего полезного. Или еще хуже, это диметиконы, силикон, то есть сплошной банальный,
сочетание, он текстуру дает приятную, нежную, бархатистую, но от него забиваются поры, от него может под маской быть эффект распаривания еще больше, то есть покраснение. И есть ряд патологий, которые очень плохо себя ведут при нанесении на кожу именно диметикона. Поэтому мы обращаем внимание именно на ингредиенты. Угу. Хорошо? Да. З приводу декоративної косметики так само треба читати склад. Да. І на літній період обов'язково. Тобто ми читаємо без масел. Масло нельзя в летний период. Mm-hmm. Вот как раз подростки, они же все хотят закамуфлировать. У меня прям подборка есть средств тональных, пудры, и я им прям даю, вот выбирайте, какое вам понравится, но там нет масел, там нет силикона, там нет средств, которые забивают поры. То есть легкие текстуры, которые не дают дышать коже. Тогда поры не расширяются, они остаются нормальные, и все будет хорошо. Mm-hmm. Mm-hmm. Тобто, ну, і ще плюс, знаю, наскільки важливо звертати увагу на саме дату виробництва і дату. Конечно. Ну, срок годності це навіть не обговорюється. Так, термін придатності. Да, SPF фактор. Хоча багато дівчат, жінок про це забувають і по, не знаю, по півроку, по року користуються однією тією ж самою тушю або пудрою, якщо ну не кожен день використовують її, і вона у них не так сильно розходується, і вони от купили раз на рік і все. Якщо ви знаєте, що така ситуація у вас може бути, покупайте маленькі об'єми. Маленькі, так. Да, тогда ви не будете забувати перевіряти сроки годності, вона у вас буде закінчуватися, і це не буде проблема. Тобто за цим не потрібно буде слідити. Я зрозумів. Буду купляти маленькі об'єми. Да. Дуже дякуємо вам за такі цінні поради. Я впевнена, що сотні жінок, які дивляться зараз наш прямий ефір, занотували, бо дійсно було дуже багато цікавої інформації, як для жінок, так і для чоловіків. Нагадаю нашим глядачам, що у студії була лікар, дерматолог, косметолог Наталія Підколізна. Якби ви знали, скільки було витрачено часу, аби зробити для вас цей корисний матеріал, ви би точно підписалися. Якщо ви цього не зробили, от саме зараз підписуйтесь. І обов'язково не забудьте поставити дзвіночок, який нагадуватиме, що на нашому YouTube-каналі вже з'явилася нова та цікава інформація, яка буде корисною для кожного з вас. Підписуйтесь і натискайте дзвіночок.